Петюшка, какую рыбку поймала? Большую или маленькую? Маленькую. Маленькую. А каким она у тебя цветом? Синяя. Синяя. Круглая или квадратная? Круглая. Круглая. А Вероничка какую поймала рыбку? Большую или маленькую? Маленькую. Маленькую. А какая она у тебя? Круглая или квадратная? Круглая. А ну посмотри внимательно. Квадратная. Квадратная. У тебя рыбка каким цветом? Черненькая. Запуталась, спутала тебя там маленький, там глазик у нее блестящий, да, наверное? Так, а у Богданчика какая рыбка, большая или маленькая? Большая. Большая. Каким цветом? Черная. А у меня рыбка, смотрите, какая. Она большая и похожа на что похожа? На месяц. На месяц похожа, да? Как луна, красивая такая рыбка. Ребята, куда же она нас приведет? Привела она нас к цветному водопаду. А водопад у нас, смотрите, в него можно зайти вот так, постоять. О, как здесь чудесно, как здесь волшебно. Ну-ка, заходи, Вероничка. Не по одному. Вероничка, что ты чувствуешь в водопаде? Оно красивое. Оно красивое. Так, выходи, Богданчик или Розочка. Богданчик. Что ты чувствуешь в таком красивом цветном водопаде? Солнце доброе. Оно доброе. Так, ну, Розочка, заходи. А что Розочка чувствует? Он такой хороший. Такой хороший. Настюшка. Он давайте поймаем наши веселые капельки в ладошки и поднесем их в группу и подарим другим деткам. Нет, вы вот так вот.